Блин, а что? Что такое? О, потолок опускается, ты серьезно? Смотри, сколько фоток. Училка. Даже училка здесь, и вот, а вот это доктор же вроде, нет? Она старуха. Она старая на самом деле. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим. Мы продолжаем с вами проходить DLC к маленьким кошмарам 1. В общем, мы с вами оказались где-то на лифте. И мы видели в прошлой серии, как на этом же лифте поднималась наша злая леди. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы поздравить всех девушек, женщин, мам, бабушек, я не знаю, девочек, в общем, всех с праздником 8 марта, девчата, девчатки. Вот, дорогие наши девочки, будьте всегда красивыми, здоровыми, вот, и продолжайте радовать нас, мужчин. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. Так, что у нас с вами здесь? Надеюсь, что леди сегодня нас тоже поздравит. Не нас, вернее, а девочек поздравит. И не съест нас в конце, потому что я совершенно не знаю, что будет дальше. Но мы, надеюсь, сегодня это и узнаем. Так, я вижу Нома наверху, смотри, Ном сидит. И тут еще Номы разбежались. Вау, это что такое? Это кукла какая-то. Так, сейчас я здесь немножко поизучаю эту локацию. Но вроде бы тут ничего нету, ребят. Я так понимаю, что мы... где-то добрались до опочивальни самой леди. Да, реально, это ее, видимо, логово. Это логово леди, ребят. Видимо, нам предстоит сейчас с ней сражаться. Или что-то делать. Ладно, пойдем изучим эту локацию. Эй, беглец, он об книжке прям спотыкается, так прикольно. О, туда можно смотреть. Да. О, жесть. Это то самое место? Вау. Что это было? Жесть, у меня тут что-то упало или что? Что-то у меня тут бомболело, бомбануло. Так, ладно. А я могу залезть по этим книжкам? Нет. Подожди, может тут секреточка какая-то есть? Это ее портрет. Блин, почему она в каком-то японском стиле? Она... Кто она такая на самом-то деле, а? Может, нам удастся сегодня секрет ее изучить? Почему этот глаз, это око здесь? Как она с этим связана? О, смотри, какая она... Она красивая, кстати. Она красивая. Так, ну ладно, я не знаю, что там... А, мы тут можем по стулу подняться? А, нет, не можем. А что не можем-то? Алло. Я не понял, ребят. Какие-то загадочные... Какой-то загадочный это был шум у меня. Что-то как будто упало на заднем плане, но я... Ничего не вижу, чтобы что-то у меня на полу. Это как-то связано с леди или нет? Непонятно. Так, тут комнаты, тут комнаты. Блин, пипец, тут хоромы у нее. Ладно, мы бежим дальше. Это шкатулка? Это та шкатулка или нет? Блин, мне хочется каждый уголок здесь изучить просто. Тут какие-то двери. Смотри, я могу стул этот? Блин. Эй, а, он залез просто на стул. А можешь ты его толкать, бро? Не, он залазит на стул, прикинь. Так, ладно. А, вот эти разбойники со школы, смотри, они здесь. Их фото. Прикинь, это во второй части только будет, а они уже здесь, вот, разбитая голова. А, да, вон бутылка наверху, все, понял. Вон, реально, это те двоечники, прикинь, вон его фотка. Ребята,
Каким образом они здесь? То есть разработчики уже тогда знали, что они хотят сделать? Серьезно? Прикинь. Это DLC было, то есть у них уже тогда были эти планы, да, по разработке второй части. Ладно, бежим дальше, бро. О, она здесь. Ключ лежит. Тихо. Что там делаешь? Эй, бро. У нее шкатулка, да, смотри. Ух, жесть! Она меня поймала! О, нормально, блин, поздравления с 8 марта. Ну, да, кстати, она знаешь, почему она не поздравила? Ну, потому что беглец, это же мальчик. Вот. Поэтому она так к нему отнеслась. Если была бы 6-я, она бы сейчас ее обняла и сказала: «Ой, 6-я, с 8 марта тебя поздравляю! Счастья, радости желаю!» Ладно. Я не знаю, что делать, я просто думал как-то ключ забрать, но, видимо, мне просто надо пройти мимо. Я надеюсь, что фонарик ее не смутит, и мы просто пройдем с вами мимо. Ну, как будто другая совсем спальня, да? Кстати. Блин. Или это та же спальня, где 6-я была, ребят? Как вы думаете? Так, ну мы сохранились. Ух. Смотри, мы можем выключать свет. Мы можем выключать свет, только зачем? Ой, Номик! Ном, подожди, Ном! Бро! Он туда побежал. Ном? А, тут, смотри, загадки какие-то. Треугольник. Квадрат. Я не знаю, что тут делать. Интересно, а гости уже прибыли на корабль или нет? Ладно, пошлите наверх. Ага, тут ее картина. Она себя любит, она такая нарцисска. Нарцисска такая, так. Здесь, блин, какая здоровая у нее локация. Ну, опочивальня вот эта. О, там кто-то прятался. Эй, я видел тебя. Эй, я тебя видел. Чего ты там прятался? Ой-ой-ой, тихо, не падай. А я умею толкать? Да, я умею толкать. Ага. Понятно, так. Ну ладно, давай сначала пробежимся вперед. Посмотрим, что здесь. Понятно, зачем нам туда наверх идти? Там какая-то книжка. Тут еще... А, вот этот... О, вот этот шкаф можно отодвинуть. А, книжку куда-то вставить? Подожди, а куда их вставлять? Да-да-да-да-да, подожди, книжки куда-то можно вставить. А куда? Непонятно. В этот шкаф? Какой шкаф? Как... А, вон книжки не... А, вот, где книжек не хватает, да? Да, смотри. Прикольно. Механики какие-то новые в игре. А, треугольник. Ой, это квадратик. Я собрал квадратик. То есть мне надо найти... А, вон она книжка. Все, я понял. Вот зачем мне туда наверх. Давай. Книжку надо просто скинуть. Так, ну я, наверное, упаду, да? Разобьюсь. А, нет. О, норм. Норм, я живой. Фух, отлично. Так, одну книжку я правильно ставил? Ага, и эту книжку правильно. Так, теперь что? Здесь книги не хватает, ну-ка. Да. Есть. Ебой. Ну что, какой-то это, секретка может быть, нет? Это секретка? Что такое, эта фигурка ее тут стоит? Что здесь есть? Фото какое-то закрытое. Ага, мне эти фигурки надо собирать? Да, мне эту фигурку надо туда поставить. Вниз тащить ее, прикинь. Жесть, 3 фигурки надо собрать. Понимаю. Ладно.
Побежали, бро. Внизу. Не-не-не, бро, ты неправильно ее поставил. Вот сюда ее надо ставить. Во! А есть разница, куда она должна смотреть? Нет? Во! Идеально, идеально, да. Одну фигурку мы нашли с вами, ребятки. Окей, идем дальше. Идем дальше. А у нее еще там ключ. Так, давай теперь налево, а потом наверх, да? Сначала налево сейчас сходим, поищем, что здесь. Эй, что он там упирается во что-то, а? Так, давай слева посмотрим, что тут слева у нас. Да, блин, хватит во все эти шкафы врезаться, бро. Во все шкафы просто врезается. О, нет, вот еще квадратная фигурка. Блин, ну что... Что такое? Потолок опускается, ты серьезно? Понял. Это не настоящая, это подставная фигурка. А, ту фигурку забрать, эту поставить. Что такое? Что такое? Какие часы еще? Что это? Что это значит? О май гад. Тихо. Так, давай эту фигурку сюда. Бери. Эту фигурку бросай. Ставь эту. Быстрее, быстрее. Бро, бро, бро. Да. Есть. Что, 12 было или что это? Так, ладно, нам надо вот сюда ее поставить. Ох, да. Офигенно. Еще две фигурки где-то надо надыбать. Ясно. Ясно, понятно. Одна фигурка, я видел, по-моему, была у леди там, где играет шкатулка. Но это не точно, бро. Ладно, давай полезли тогда наверх. Давай эту лестницу мы сейчас отодвинем. И смотрим наверху, что здесь у нас. Здесь какой-то большой механизм. Непонятно, как он работает. Давай, давай, залазь. Эй, бро. Да, отпусти и залазь. Так, отлично, мы ползем наверх. Надеюсь, наверху будет все хорошо. Ой, тут ключ нужен. Что? Где я должен взять? О май гад. О май гад, это что еще? Вот это теперь, да. Ага, все верно. И еще раз. Окей, что это значит? А тут еще один глаз есть. А может быть, на тот глаз на третий просто фонариком посветить, а? Точно. Точно, просто фонариком надо было посветить, прикинь. Вот же жесть. Так, что здесь? Здесь фигуры. Ой, жесть. Короче, просто фонариком, прикинь, посветил. Блин, не-не-не. Смотри, сколько фоток. Смотри, сколько фоток. Башня. Так, кто еще? Жердяи всякие. Вот этого чувака мы и во второй части видели. Лодочник, гномы. Кто еще? Он тот повешенный какой-то мужик. Это все ее подопечные? Так, ладно, идем. Смотри, сколько фоток. Так. Училка! Даже училка здесь и вот... А вот это доктор же вроде, нет? И на... у каждого есть кнопка. Училка здесь есть, прикинь. Фотка училки здесь. Она может... Может она мать? Ну-ка давай на училку нажмем. Подожди, подожди, а... При чем здесь свет? Всех надо включить?
Блин, я не знаю, ребят, смотрите, короче, у меня уже такое предположение. Вот самый нижний ряд фотографий, да? Давайте вот их повключаем. Так, получается, вот этот носастый мужик, потом вот тут мужик. А, так, сейчас. Значит, вот этот мужик, вырубаем его. Так, не мужик, а вот носастый есть, да? Так, потом кто у нас еще? Так, вот это точно есть, да? И так, 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 вот этот есть, кудрявый есть. И вот этот толстяк. И толстяк, может быть. Какая логика? Не... Так, ну ладно, давай вот этого кудрявого, короче. Так, вот этого кудрявого. Включаю. О! Жесть! Блин, как это? Я не понимаю, как это работает. Почему кудрявый? Ну-ка, подожди. Смотри. Носастый. Я думаю, это нижний ряд. Носастый. Вот этот мужик. Тут вот эта вот посередине фотка непонятная. А, может, вот он кудрявый. Да, вот он, наверное. Это он же. А может, чьи фотографии по два раза? Ну, хотя нет. Ладно, фиг его знает. Может, кто кому в родственникам приходится? Все кудрявые, может быть? У всех волосы за... Так, кудрявый, кудрявый, кудрявый. А носастый каким образом тогда? Я не знаю. Ладно, пошли смотреть, что дальше. Уже не терпится. А, фигурка треугольная. Так, а тут тоже замену надо какую-то найти, нет? Что здесь? Есть что-то, нет? Ой, жесть, а что у него, пар с арта идет? Так, фигурка треугольная. Тут холодно. Жесть! Ставь! Ставь на место! Я понял, блин, понял, что нифига не понял. Прикинь, надо было быстро прыгать вниз. В принципе, давай, бери, 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 бери! Все, тихо. Да, лучше... Тихо, тихо. Ну, да, ё-моё, как ты попадаешь? Исчезни. А, вот как надо. Вот как надо, бро. Ой, жесть. Ой, жесть. Все. Ух, наконец-то я здесь закончу. Как я долго мучился с этим. Ой, там кто-то... Кто меня преследует? Я видел тебя, Кто-то был в маске. О май гаш. Вот она опять. Она опять только что выглянула. Вот. Она меня преследует. Вон бежит за мной, ты кто? Жесть какая-то. Так, ладно. Едем вниз. Фух, хорош. Так, что теперь делать? Я совершенно не понимаю, бро. Так, это у нас треугольная статуя, которую нам надо поставить сюда. Что делаем дальше? Не совсем понятно. Так, треугольная. Ой, блин, неправильно поставил, что такое? Что происходит? Хозяйка исчезла. У нее шкатулка перестала играть. Эй! Ой-ой-ой, сколько их много тут бегает! А ну-ка идите сюда, эй! Эй-эй-эй! Хозяйка исчезла. Что с тобой? Вы кто? Что за демоны? Так, ключ. А, это же не Мона, он не может ключ прятать. Жесть, я фонариком светил, алло! Жесть, они на меня нападают. Это приспешники хозяйки какие-то или что? Умирай.
Где ты там? Смотри. Ой, жесть, сколько вас тут? Все? Ключ. Бери, бро. Нам нужен ключ. Наверху там последняя локация. Блин. Есть еще приспешники эти? Нет, здесь я не знаю, ребят. Вообще, надо свет включить. Все. Безопасная зона. Они света боятся. Понимаю. Включи. Все, бери. Исчез, вроде убежал. Побежали. Ух, жесть. Вот же жесть, а. Что за дети еще такие, блин? Какие-то тени. Хозяйки или чего? Ладно. Давай ключ, 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 ключ. Вставляй быстрее, открывай замок. О май гад, да все нафиг этот замок. Включи фонарик. Так, есть кто? Глаза. Кстати, глаза, это же те глаза, те самые глаза, которые заперли Моно в той башне. Это же они. Вот они, эти глазницы вонючие, фу. Блин, как с этим связана хозяйка? Моно, шестая и все. Идите нафиг. А, чего там бегаете, а ну-ка? Пошли нафиг. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Ушел, 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 ушел. Они нападать на меня сейчас будут? Давай. Давай, давай, давай. Ушли. Есть. Куда ты лезешь? А ну-ка, отвали от меня, тень вонючая. Потом соберу из вас вот эти все останки, сделаю из вас вазочку. 8 марта для цветов. Оп! Все, свет, врубись. А, нет, свет не врубается. Ушел, говорю. Так, отлично. Куда теперь? Двери захлопнулись. Не лезь ко мне, я псих. Я псих с фонариком. Посмотри, они обойти меня хотят. Где он прячется, смотри. Так, там отверстие, дырка, нельзя туда. Эй, растворись. Растворись, говорю. Ты тоже. Быстро умер нафиг. Вы вдвоем. Нарывайте, кто бы вы ни были. Так, ладно. На лестницу. Лезь, 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 бро, давай, 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 быстрее, уже сделаем это. О май гад, где мы? Куда нам? Куда нам? Сюда? А, да. Жесть. Тихо, 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 тихо. Только не упади, бро. Куда теперь? Туда, на лестницу? Ё-моё, мы вернулись обратно? Мы вернулись обратно куда-то? Куда теперь? Ещё одна какая-то локация. Опять эти тени. Да блин, сколько вас? Бро, да что вы хотите от меня, а? Может, вы какие-то дети просто, и вы вообще ни при чем. А что я тут должен забрать? Тут, наверное, что-то надо забрать было. Да уйдите вы от меня. Быстрей. Да. Фух, жесть.
Пианино. Ох. Пианино, маяк, ваза. Что за ваза? И чё? Вау! Я нашёл отгадку. Смотри. Ещё одну бутылку нашёл, офигеть! Просто поиграл на пианино, прикинь. Прикольно. Блин, а я вазу вот эту разбил. А, вот она, статуэточка! Здорово. Как мне выйти отсюда? А, вот это вот дергается, нет? Да. Поехали. А, я здесь. Ебой. Все. Офигенно, ребят. Ну все, мы приближаемся к тому, чтобы вставить последнюю статуэтку и разобраться с той дверью. Надеюсь, эти сумасшедшие сейчас тени на меня не будут нападать. Мы с вами быстренько добежим до той комнатки. Да, никого нету. Все, они растворились, исчезли. И это хорошо. Все, вставляем. Все, это я правильно вставил. Так, ну что, глаз? Открывайся. Я пришел за тобой. Так. Уже стекла. А, зеркала, вернее. Зеркала. Кто это? Это хозяйка? Да, она. А! Она старуха! Она старая на самом деле! Что? Или это зеркало так? Это зеркало так ее... Оно разбилось. Или зеркало так... изображает ее старое, я чуть не понимаю. Скорее всего, зеркало, да? Вроде бы она так... Она же в маске. А может, это без маски она так выглядит? Что? Опять погоня? Не-не-не-не-не, давайте нет. Да! Ой, жесть! Ой, жесть! Что делать-то? Ой, жесть! Что делать, бро? Куда бежать? Ой, холодно стало. Холодно. Пар у него пошел со рта. О май гад! Бутылка. Я бутылку нашел. Фух, что делать? Я не знаю. Еще бутылка одна. Так, ладно, окей. Что дальше? Что я должен тут найти? Куда я должен выйти? Вот дверь. Я не допрыгну до нее. А, сюда? Ой, жесть. Ой, жесть. Я не знаю, я просто бегу, бро. Я просто бегу. Я не знаю, что делать. А я не могу туда залезть, прикинь. А может тут ящик где-то двигать? Это ящик есть? Давай. Нет. Не туда, видимо. Смотри, там. За этой дверью, мне кажется, битва была между хозяйкой и шестой. А, зеркало. Что? Где-то дверь открылась.
А, может она ходит, может она сама сейчас дверь открыла? Да. Окей. Ух! Ух, жесть! Что происходит? О май гад, о май гад, о май гад, не-не-не-не-не-не-не. А, поймала меня. Оу. И что она сделала? Она превратила меня в гнома. Я стал гномиком. Я стал гномом. Жесть. Я стал гномиком. Чего? Вот же жесть. Офигеть. Так, и куда мне дальше идти? Гости хавают, сидят. Гости хавают. Вот, блин, пипец. Эй, а где еще номики? Есть номы? Что тут происходит? О, они нажрались, тут сидят. А интересно... О, я могу только спрыгнуть сюда. А. Куда дальше? Жесть. Я понял. Он тот самый гном. Он тот самый гном. Офигеть. Офигеть. Вот это закрутили. Офигеть, ребята, жесть. Он тот самый гном, которого съела шестая. Он же жесть. Мы еще встретимся. Получено достижение. Да уж. Это точно. Secret of the Map. Map. Что это значит? Блин, ну это жесть. Блин, ну как? Это так жутко. Это так... Ой-ой-ой-ой. Блин, пипец. Это печально. Блин. Эта игра не перестает постоянно меня удивлять и... огорчать, скажем так. Потому что, ну, это печально, пипец. Это очень печально. Ух, ну что же, ребят, на этом мы закончим. Вот такие вот были дополнения к маленьким кошмарам. Первая часть, к маленьким кошмарам 1. Надеюсь, вам понравилось. О, у нас еще есть что-то, смотри. Телек. Ох, и намек, да, на вторую часть. Смотри, жесть. Да, вот он. Тощий человек появляется у нас в конце. Да, прикольно, прикольно. Закрутили, вообще классно, конечно. Ну, блин, ну немножко. Ну, я расстроен, да, я расстроен. Ну, надеюсь, вам понравилось, ребят, прохождение от моего имени. Всех еще раз, девочек, с праздником. С вами был Максим, Funny Games TV. Всем удачи, ребята, всем пока. Ссылочки в описании есть на все прохождения, ребят. Можете перейти, посмотреть, кто еще не видел.